Тем временем у нас проверка пожарной безопасности в местах массового пребывания людей продолжается. Сегодня спасатели провели учебные стресс-тесты сразу в нескольких торгово-развлекательных центрах Минска, а также в ряде кинотеатров. В одном из случаев сотрудники МЧС инсценировали задымление помещений на третьем этаже крупного торгового центра. Людям пришлось покидать здание через запасные аварийные выходы. По предварительным оценкам спасателей, персонал центра сработал профессионально. Несмотря на некоторые неудобства, люди в основном восприняли учения с пониманием. Такие проверки необходимо проводить, их даже необходимо проводить на определенной регулярной основе, для того, чтобы мы и как посетители, и в принципе, знали о том, каким образом необходимо выйти из кинотеатра, из торгового центра при любой чрезвычайной ситуации. Мы на самом деле с большой ответственностью подошли ко всем мероприятиям, да, как сотрудники торгового центра, сотрудники кинотеатра, потому что безопасность наших сотрудников и наших гостей, она, конечно, превыше всего. Надо сказать, что среди самых частых нарушений, которые фиксируют проверяющие, это заблокированные аварийные выходы, а также ненадлежащее их использование. В МЧС отмечают, что вопросы подготовки персонала некоторых центров также оставляют желать лучшего.